Военнослужащие проводят профориентационные беседы с учащимися старших классов образовательных учреждений. Выпускникам рассказывают о преимуществах военных специальностей и особенностях обучения в военном институте сухопутных войск имени Сагадата Нурмагомбетова. Несколько мобильных групп от военного института сухопутных войск по плановым мероприятиям передвигаются по департаментам обороны, также по учебным заведениям. Высшее образование получив, далее сразу военную специальность получает, гражданское высшее образование, среднее военное, звание лейтенант. Также раскрываем моменты социального обеспечения, материального обеспечения, жилищно-бытового обеспечения. 11-классник средней школы номер 21 Александр Беленков планирует связать свое будущее с военным делом. На базе учебного заведения функционирует военно-патриотический клуб «Тулпар». Юноша принимает активное участие в его работе. Школьная команда занимает призовые места на городских и областных соревнованиях. Собираюсь поступать в Национальную академию города Петропавловск на войска ХБЗ. Ну, из родителей у меня служил только отец еще при Советском Союзе. Войска ХБЗ – это, получается, химическая, биологическая защита. Также изучают средства из химии, которые влияют на организм человека, как они влияют и как от них защищаться. Военнослужащие акцентируют свое внимание не только на парнях, но и девушках. В военных институтах Казахстана можно получить образование по самым разным направлениям и специальностям. Валерия Филатова, Вадим Ударисов, МТРК.